10 счастливчиков, стольких в Сочи-Водоканале назвали лучшими плательщиками года. Одноименный конкурс в компании среди своих абонентов проводят уже 8 лет подряд. Его участниками становятся те, кто вовремя и в полном объеме платит по счетам за воду. Спасибо вам большое, благодарю вас. Спасибо огромное. Победителей конкурса определяет специальная компьютерная программа методом случайной выборки. Попасть в их число, признается Людмила Павлова, стало большой неожиданностью и подарком к приятной дате. В наше время как бы это все действительно редко. А если учесть, что у меня день рождения сегодня, то это подарок ко дню рождения. Очень приятно и очень здорово. От Сочи Водоканала победители конкурса получили благодарственные письма и цветы, а еще приятный бонус. На их лицевые счета компания перечислила по 5000 рублей. То есть в ближайшие месяцы водой лучшие плательщики будут пользоваться бесплатно. Я хочу сказать, что это было настолько приятно, неожиданно и не особо верилось вначале. А сейчас вообще здорово, здорово. Потому что я вообще добросовестный плательщик. Для меня, как говорится, заплатить по счетам – дело святое. В лице победителей конкурса «Сочи Водоканал» поблагодарил всех абонентов, которые исправно платят по счетам. Эта система, эта традиция показала, что количество плательщиков увеличивается, добросовестных. Качество обслуживания увеличивается, потому что вовремя оплаченные услуги позволяют нам своевременно и качественно оказывать водоснабжение и водоотведение города Сочи. То есть, чтобы отрасль функционировала в полном объеме. Как говорят в Сочи-Водоканале, поощрять лучших просто необходимо. Ведь во многом благодаря именно обязательности клиентов компания успешно выполняет задачи по улучшению качества водоснабжения курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ИВКТ.